Еще 27 секунд и зеленый. Эту дорогу я перейду снова. Иду по натоптанной, запинаюсь, скольжу по льду и не улыбаюсь. Слушаю какую-то музыку, отдаленно слышу сигналы машин. По другой стороне идет милая девочка, пожалуйста, мне рукой помаши. И я побегу через дорогу, бросая натоптанный путь свой. Злые водители будут сигналить, они ведь не знают, что там есть кто-то, кто будет меня любить и жить со мной вместе и вместе пить. Но милая девочка дальше проходит по своему натоптанному пути, и я погружаюсь обратно в наушники и продолжаю идти. А может, не стоит мне больше ждать эти 27 секунд? Резко прыгнуть под колеса машины, забыв про свой нудный путь. Раскатать по дороге все мое тело и больше не слышать шума машин. Но я просто боюсь и совру себе, что для этого нет причин. Ведь я могу просто прийти домой и налить себе вкусный чай, закутаться в одеяло, смотреть сериалы и не скучать. Но страшно становится от одной мысли, что хочется закричать, что меня это ждет каждый новый день, пока я не умру опять и опять. Возвращаюсь обратно домой по натоптанному пути. Я увидел аварию на перекрестке, и взгляд мой не мог обойти мертвое тело, что лежало в крови посередине дороги, разбитый в мясо череп, сломанные в колготках ноги. Картина раскрасила этот вечер, а фонари окрасили труп. Та милая девочка просто устала ждать эти 27 секунд. Картина раскрасила этот вечер, а фонари окрасили труп. Та милая девочка просто устала ждать эти 27 секунд.